Начинаем мы всегда со свежего анекдота. Итак, свежий анекдот. Виктор Янукович по телефону разговаривает с Шуфричем. Слушай, Нестор, я тут недавно посмотрел «Крепкий орешек 4» и понял, что не того человека мы назначили министром МЧС. Значит, Виктор Федорович, я недавно посмотрел «Шрек 3». Так там одного такого тролля здорового сделали царем. Я ничего не говорю. Ты хочешь, да? Веселенькая такая. Социолог на Закарпатье. Здрасте, дедушка. Чем ты так здоровишься? Здрасте. Кто так здоровится? Я выглядел, слава Украине, героям слава треба. Це зранку ты кажешь. Вечер приходишь, кажешь, героям слава, не веки героям слава. Вот так уздоровишься, что вы такие? Ну, скажи, что, як ты треба? Слава Украине. Героям слава, теперь здрасте. Дедушка, я социолог, да? Вот вы голосовали на выборах, да? Да, так я был, ты что? Пошли выборы, говорю. Я взял до Стодоля, пришел до Брави, поселил, рискумал, помолагал, как мне рисует. Мне я кандидат, не треба. Дедушка, я собираю исследования делают. Кто за кого голосовал? Это же корыстная справа. Вы голосовали, да? Голосовали. За кого голосовали? Вы за кого голосовали? Бла, да. Слава, да. За кого голосовали? Ну, там бла, такая. За Ющенко голосовали? Да нет, Ющенко нет. Ющенко уже голосовал, ездил на Майдан, да наевшись этих апельсинов, да аллергия на спине была, нет. Все, все. За Тимошенко голосовали, да? Нет, она файна, девка файна. Она, я бы на ней даже друзей, у меня что-то там прорвало, тут че, я не знаю, тебе прорыву не надо. Я понял. За Януковича голосовали? Нет, ему пороблено, нет. За кого? За Луценко вы голосовали? На Морозова? Так, дедушка, давайте серьезно. Я называю партии, а вы говорите да или нет. Хорошо? Ты все понятно. Как бы ты так сказал, слава Украине, героям слава, партия. Партия, да, нет. Все, так, либеральная партия Украины. Хотели на моем горбу въехать в Верховную Раду, да? Ні! Так, понятно. Селянська партія України. Далі! Партія труда... Можно было, можно, але не. Почему? No comments. Так. Ну вот, коммунистическая партия Украины. Чтоб я с места Яворів. Івано-Франківської області. Голосував за комуняк. Вони мого діда кров пили, батька кров пили, з мене кров пили. Ну, я подумаю. Я дальше. Вільні демократи. Удачі. Блок Кучма. Бажаю успіхів. Аграрна партія. Нехай щастить. Хто ще залишився? Партія «Пора». От. Як? «Пора». Ні, ще рано, я ще до корову, потім піду до таке. Все, ну, блок Наталії Вітрієнка. Ах, ти бідна ненька Україна. То була одна Наталія Вітрієнка, тепер їх цілий блок вже, бачиш? Дедушка, ну все, вже нічого не залишилось ні одної партії. За кого ви голосували? Як це? Усе моя партія, завжди за неї голосую. Усе, проти всіх. Я член партії з 18-го року вже. Дедушка, ну проти так, всіх. Ладно. Слава Украине! Героям слава! Андрей Молочный! Антон Лирный! Дмитрий Чехова!